Это новый уровень, я такой не видела! Второй тоже какая-то дичь, а? Спасите! Шизофрения одновременно, почему я... Ребята, всем привет! И сегодня у нас будет очень классное видео. Я буду со своими подписчиками в Роблоксе соревноваться, кто быстрее из нас пройдет Tower of Hell. Только мои девочки еще не знают о призе. Тот, кто больше всех, всего будет 3 раунда, кто больше всех сможет пройти до конца первым, тот получит 1000 рубаксов. Они, правда, об этом пока что еще не знают. Сейчас на моем сервере находится 5 человек, учитывая меня. Все, ребят, наш бой, битва, батл начинается. Ребят, обязательно, да, перед началом, Надя дело говорит, подписывайтесь на мой канал, если вы все еще не подписаны, а также участвуйте в конкурсе на рубаксы. Вот эти 2 человечка выиграли 100 рубаксов с прошлого видоса. Если тоже хочешь их выиграть, поставь лайк на это видео, подпишись на мой канал, если еще не подписан. Подписывайся на меня в Roblox и обязательно вступай в мою игру. Ну что, а мы сейчас начинаем. Сейчас я объясню девочкам правила. Страшно, девочки, реально страшно. Мне тоже страшно. Я тоже хочу выиграть 1000 рубаксов себе, ёлы-палы. Начинаем, и сейчас я меняю нам тавр, чтобы у нас было много времени. 10 уровней, ребят, нам предстоит пройти. Вот так вот. И все, ребят, мы погнали. А, мне страшно, блин. Так, первый уровень. Что это за уровень? А. Это новый уровень, я такой не видела. Черт, нет! Я давно не играла в Tower of Hell и не видела новых уровней. Что мне делать? Кажется, я проиграла. Я проиграла, ребят. Господи, нет! Но я не знаю, как проходить этот уровень. Я первый раз его вижу. А, я туплю. Очень сильно, причем туплю. Дико туплю. Просто, ребят! А! Нет, стоп, стоп, стоп. А, кстати, все еще толпятся на этом уровне. То есть никто еще дальше не прошел. Так что у нас, в принципе, есть шансы. Мне кажется, я проиграю в этом раунде, уж точно. Первый уровень и такая неудача, ребят. Также Кристина, которая требовала Tower of Hell, только новые уровни. И убрать все старые. О, я прошла первый уровень, ребята! А тут второй, что за уровень? Второй тоже какая-то дичь, а! Спасите, помогите, я сдохла. Моя подписчица спросила, можно ли купить щит. Я написала да. Это будет очень кстати, ребят. Все, накупила щит, спасибо ей огромное. Я не буду писать, потому что это очень много времени займет. А, я хочу победить. Боже мой, ребята. Ребята, я продую, я вам отвечаю. Я вам гарантирую, просто я продую. 100%. Кажется, 1000 рубаксов мне не дать. Но у нас 3 раунда, так что в принципе. Я вот этот уровень вообще не поняла. Второй тоже какой-то новый. Что за дичь происходит в Tower of Hell? В смысле новые уровни? Сколько я спала, вопрос? Нет, я упала! Да ну нафиг! Я забыла, как играть в Tower of Hell, ребята, у меня проблема. И все, причем тоже вот в порядке до второго уровня только успели дойти. Я не понимаю, что с нами случилось, ребят. Но мне грустно, я не могу пройти 2 уровня первых. А нас впереди 10 уровней, блин. 10 уровней, а я не могу второй пройти. Черт, черт, черт. Ребят, мы должны быть первыми. Мы должны быть первыми и сохранить 1000 рубаксов. На это 1000 рубаксов можно купить себе крутые шмоточки и все такое. Да! Почему? Я как будто соскальзываю с этих ступенек. Ну-ка, ребят, вот вы смотрите сейчас это видео, перемотайте, посмотрите. Мне показалось, или я реально просто соскользнула с этой ступеньки, потому что я как-то так странно упала, типа я не двигалась вперед. Не прыгал, я просто упал на ровном месте. Типа, что? Подождите, уже 6 минут у нас осталось. О, там уже девочки до середины добрались, прикиньте. Да они вообще профи. Ребят, там Надя и... Да вот посмотрите, я просто соскальзываю со ступенек, я не понимаю, что не так. Ой, давайте нарисуем сердечко вот этим хвостиком, смотрите. Ребят, я рисую сердечко. Пока все стараются, я рисую сердечко. Мяу. Знаете, я передумала. Наверное, раундов будет 2, учитывая факт того, что я не могу пройти первые 2 уровня. Девчонкам осталось уже вообще 2 уровня, блин, пройти. А я все еще на втором. Я серьезно, я так давно не играла в Tower of Hell, что я уже падаю на ровном месте. Ну, ребят, там у девочек тоже такой, скажем так, батл происходит, потому что они обе на последних уровнях, и... Интересно, кто из них первый дойдет до конца. Ребята, так, Надя опережает, давайте будем следить за девчонками, да, чем проходить сами, потому что... Так, Надя сейчас находится выше, чем RusGirl, и она почти дошла до конца, ей остается еще один уровень. Нет, Надя упала!
я задолбалась проходить эти два уровня, серьезно, я не могу. Нет, та девочка тоже упала! Да ну нафиг! Да за что? Да я, ребята, я соскальзываю со ступени. Короче, сейчас я буду пытаться пройти эти уровни. Ребята, о май гад, о май гад! Надя почти дошла до конца, ребят, ей осталось буквально вот-вот миллиметр. Все! Надя дошла до конца, она победила в первом раунде! Надя получает у нас 1 балл. Поздравляю. Сердце мое упало. Так, все, Надя получает 1 балл, а мы приступаем к следующим раундам, ребята. Я меняю наш Tower of Hell. 10 уровней. Пошли дальше, ребята, так. Ах! Ах, Надя опять летит. Мне кажется, она выиграет 1000 рубаксов, реально. Все, на самом деле, так офигенно играют Tower of Hell, кроме меня, потому что я разучилась. Я не понимаю, как я вообще... Да я просто это, что-то... Ребят, ну страшный пипец просто как. Так, я дошла до 2-го уровня, ей. Ой, я, кстати, люблю этот уровень, он балдежный. Оп, все, мы на 3-м уровне, ребята, да я что-то жгу сегодня, да? Да нет, да ну нафиг, я не понимаю. Девочки, ну что за дела? Я считаю, это просто бан, проигрыш. Шизофрения одновременно. Почему я... Короче, я буду пытаться пройти. Если у меня будут какие-то успехи, я вам обязательно покажу мои успехи. Если нет, то в следующем дубле вы увидите, кто победил. Ребята, черт! Я сейчас была на 3-м уровне до конца, короче. Считайте, что на предпоследнем уровне, и я сдохла. Я могла выиграть этот раунд, но, видимо, не судьба. Не сегодня. Tower of Hell просто меня послал куда подальше, видимо, сегодня. Ребята, короче говоря, наш 2-й раунд уже подходит к концу. У нас заканчивается время. И никто до сих пор не смог дойти до конца. Хотя вот там девочки снова разгорелось, снова облако. В конце, уже, ну как, на середине находится. И если они успеют за 40 секунд дойти, это будет, конечно, чудо. Рождественское причем. Нет, они упали. Так что, видимо, во 2-м раунде баллов не получает никто, и у нас остается пока что Надя 1 балл. Сейчас закончится время уж, чтобы наверняка. Во 2-м раунде тогда баллы не получает никто. Итак, ребят, ну а у нас начинается 3-й раунд. И как бы все, мясо, ребята. Либо выигрывает Надя, либо выигрывает Надя и кто-то еще, потому что у них будет по 1 баллу. В случае, если сейчас выиграет, например, не Надя, а кто-то другой, или даже я, то тогда... Надя получает 500 робаксов, и второй человек получает 500 робаксов. Если выигрывает Надя или не выигрывает никто, то тогда Надя получает всю 1000. Это будет забавно. Так, я прохожу тут. Что-то, кстати, я в ударе, я уже... А, я упала! Накаркала Кристина просто. Ну ладно, в принципе, тут пока что простые уровни, ничего сложного я не вижу, так что думаю, я справлюсь. По крайней мере, до середины я точно должна дойти. Значит, надо быть совсем тупым, чтобы это не пройти реально. Ребята, я сейчас лидирую. Смотрите, где я уже. Сейчас я упаду, конечно, как-нибудь эпично. Или нет. И будет забавно. Как обычно все будет. Ой-ой-ой-ой. Я на таком уровне, который так сильно не люблю. Ой, как я его не люблю, вы даже не представляете, ребят. Вот вы даже не представляете, как я сильно не люблю этот уровень. Но я сейчас точно тут подохну. А! Господи, я успела. Все, теперь едем. Просто спокойно сейчас едем. Боже, я думала, я сейчас умру. Но нет, я жива. Я на середине, ребят, я пока что лидирую. Ну, как на середине, почти на середине. Мне страшно. Так, все, мы запрыгиваем на нашу лесенку и... О, тут новый уровень, я такого еще не видела, он очень легкий. Very, very легкий. О, в следующем тут какой-то легкий тавер достаточно. Ну, по крайней мере, уровни, которые я всегда проходила на изи. Так. Это что за дичь? Тут же сверху вот эти штуки. Ребят, я сейчас куплю щит, потому что иначе я это не пройду, серьезно. Посмотрите, что тут за дичь происходит. И сейчас, если я упаду, нет, 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 я упала, я была на предпоследних уровнях, да за что? Да нет, я тоже хочу рубакс,
жесть, ребят. Теперь у нас только одна цель, это сделать так, чтобы выиграли мы. Ну, я уверена, у меня не получится сделать. Нет, Надя уже в конце! Все, мы, походу, проиграли, ребят. Надя на предпоследнем уровне. Там как раз-таки, где я была. Она на последнем уровне, ребят. Все, Надя дошла до конца! Надя! Ну, поздравляю! Ты, и сейчас ошарашим ее новостью, ты только что выиграла 1000 робаксов. Надя пишет, что у нее аж сердце заболело. А Надя пишет, чего? Мама! Что? Я даже не знала, честно говоря, кто примет участие в этом конкурсе. То есть я запостила себе в лайк в Инстаграм. Типа, ребята, вот сейчас буду снимать видео на Ютуб. Заходите ко мне на VIP. И вот первые 5 человек, которые успели зайти, те вот сейчас и участвовали с нами. И я пошла переводить Наде 1000 рубаксов. Так, вот, ребят, вот аккаунт Нади. И 1000 рубаксов прямо сейчас отправляется ей. Все, Надя теперь богатая! Еее! Ребят, ну что ж, я могу падать вниз, я буду падать, но когда я встану, я буду падать. Все, ребята, мы внизу, еее! Надя пошла проверять свои рубаксы, а вы обязательно участвуйте в нашем конкурсе, если хотите выиграть 100 рубаксиков себе на аккаунт. Подписывайтесь на мой канал, если вы все еще не подписаны, ставьте лайк на это видео. Также подписывайтесь обязательно на меня в Роблоксе, мой никнейм Кристи Чарм 1. Вот Надя, видимо, уже довольна с 1000 рубаксов, ребят. Поздравляем ее с победой. Пожмем руки.